Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 15 мая 2020 года. И мы потихоньку начинаем переселяться на дачу, обживаться, расселяться. Пока еще без интернета, поэтому буду просто снимать видео о нашем переезде и переселении. Потом, как только появится у нас интернет, буду показывать эти видео, которые сейчас снимаю. Это наша красоточка Уилси. Переехала вот пока вот в эту клеточку дюну 95 сантиметров на кукурузный наполнитель. Пока еще вот так вот она, собственно, обживается. Мы еще толком ничего не успеваем. Вчера до часу ночи только расселяли всю животинку, которую привезли из города. Еще не приехали у нас даже улитки, поэтому вывозим все частями, как успеваем, так расселяем. Поэтому пока, если честно, даже если был у меня интернет, совсем не мне не до видео. Важно сначала расселить животных, обустроить им комфортное существование, а потом уже снимать видео о их ежедневной жизни. Несмотря на то, что утро Уилси у нас вышла завтракать, потому что за ночь она съела весь салат, ела яблочко, огурчик. Добавила ей с утра салата, она опять листья салата утащила. Вчера предлагала одуванчиков, листики свежие. Смотрю, с утра уже нет их, значит, за ночь все было съедено. Спала Уилси в домике. Пока ничего толком даже в клеточке не оборудовано, кроме всего самого необходимого. Все, что называется, в процессе переезда, расселения, переселения. Но переезд происходит потихоньку, не очень быстро, но успешно. Животные чувствуют себя хорошо, все бодренькие, активненькие, с хорошим аппетитом. Мешок 10 килограмм кукурузного наполнителя ушел буквально на 3 хомячков. Теперь надо ехать за вторым, потому что у нас планируется переселение хомячков в большие стеллажи. И для того, чтобы их расселить в большие стеллажи, мне надо еще покупать наполнителя. Стеллажи мы уже построили, но еще толком не оборудовали. На все не хватает времени, особенно если это... Ох, переезды наши занимают полдня по времени. То день в дороге, ночь мы спим, день в дороге. Пока успеваем только завозить все необходимое. Питание, корма, животных. Расселять, утеплять. Погодка нас пока не радует. Очень холодно, вчера снег. И целый день был снег, и вечером град. Поэтому... Май у нас как будто январь. Но как только все наладится и обустроится, обязательно буду делать ежедневные видео о жизни наших питомцев на каникулах. Поэтому, если вы не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые и интересные, возможно, для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. Уилси кушает, набивает щечки. Уже и так щечки набиты как следует. Запасливая малышка. Да еще и бумажки сверху. Там уже щечки лопнут. У тебя уже щечки лопнут. Еще и салфеточку сверху. Уилси. Какая хозяйственная девочка. И все в дом, и все в дом. О, Господи, еще чего-то пытается запихать. Ты что? Ты посмотри, что у тебя с щечкой. Ты что делаешь-то? У тебя щечки лопнут.
И еда, и салфеточки. Ну, все необходимое. Уилси тоже к переезду готова. Она все собрала себе за щечки и поехала переселяться в новый дом. Ужас, ужас. Что у тебя с щечками? Вот, и в дом, и в дом. Так что все у нас переезжают, и мы переезжаем, и животные наши переезжают, и даже Уилси. Ну, пока Уилси обустраивает себе домик, не буду ее отвлекать. Пойду посмотрю, может быть, еще интересное что-то увижу, и обязательно для вас это все сниму. Поэтому оставайтесь с нами на канале питомника Мари Мистик. Выйдут видео с опозданием, но даты будут помечены. И скоро выйдем день в день, как только подключат нам интернет. До новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам.